Беларусь – это страна с древней историей, богатыми традициями и великолепной природой. Республика славится своими многочисленными озерами, лесами и полями, на которых возделывают сельскохозяйственные культуры. Над полями здесь повсеместно кружат аисты, главный символ Беларуси. А на заболоченных торфяниках производится добыча торфа, основного сырья топливной промышленности. Среди болот проложены узкоколейки, железные дороги необычной узкой колеи, по которым вывозят торф и доставляют его на крупные торфобрикетные заводы. Открытое акционерное общество «Брасловский торфобрикетный завод» концерна «Белтопгаз» – это крупнейший поставщик топливных брикетов в Витебской области. Находится недалеко от поселка Ахремовцы, агрогородка, расположенного на берегу огромного озера Древяты. В поселке находится крупный завод, выполняющий производство торфобрикетов, используемых для отопления как твердое топливо и являющихся альтернативой углю и дровам. Торф добывается на нескольких участках. Один из ближайших, Бельмонты, назван по старому названию поселка. Торф вывозится на завод при помощи узкоколейной железной дороги колеи 750 мм.
Открытое акционерное общество «Торфабрикетный завод Детва» находится в поселке Детва Лидского района Гродненской области. Одно из крупнейших торфопредприятий Беларуси основано в 1972 году. На торфяных месторождениях диковина и крупка добывается фрезерный торф и перевозится в Детву на торфобрикетный завод. С завода готовые торфобрикеты перевозят по отдельной линии на перегрузочную станцию, находящуюся на железной дороге широкой колеи. Помимо грузовых поездов, на железной дороге ходят регулярные рабочие поезда, доставляющие бригады рабочих на торфоразработки. Который такой в очках темный. Не все ж время железное. Сергеевичский торфобрикетный завод, филиал унитарного предприятия «Мингаз», находится в поселке Правдинский в Пуховичском районе, недалеко от Минска. Торф добывают на месторождении Гала-Ковалевская. С полевых баз по железной дороге узкой колеи торф поступает на завод. Что-то не верю. Цены. Блин, его паучок охренеет. Thank you.
У вас слава. Там неплохо вагонов. Часть торфа перегружается на автотранспорт в Правдинском. Другая часть и готовые торфобрикеты направляются в Рудинск, где на станции перегрузочная перегружаются на широкую колею линии Минск-Осиповичи. Открытое акционерное общество «Торфобрикетный завод Усиш» находится недалеко от Минска в Смолевичском районе. Является одним из самых крупных предприятий Беларуси. Торфобрикетный завод был построен в 1952 году. До 1970-х годов торф поступал на Смолевичскую ГРЭС. Имелось пассажирское движение. Железная дорога объединялась с огромной системой, включающей в себя несколько торфопредприятий: Ганцевичское, торфопредприятие Чистик, Смолевичское и Зеленый Бор. Общая протяженность была около 137 километров. Thank you.
Сажено. Нет, тут нормально. А, ну там. Поближе, конечно.